Kodak Retina S2. Фотоаппарат американской компании Kodak, выпускавшийся в Германии подразделением Kodak AG. Фотоаппарат шкальный, то есть у него отсутствует фокусировка, то есть наблюдая видоискатель, мы не увидим, навелась ли резкость на объект, который мы хотим сфотографировать. Для этого здесь есть шкала расстояния, фокусных расстояний до объекта. Не знаю, как вам будет видно, вот так вот. Где их вот мы устанавливаем. Либо вручную 3,5, 4,5, 6, 8, 20 метров, ну и бесконечность. Либо здесь вот есть картинки, иллюстрирующие коротко портрет, общий фон, либо пейзаж. Все. Также у него есть режимы выдержек. Всего лишь 250, 125, 60 и 30. Либо открытие диафрагмы вручную путем задержки нажатия кнопки затвор. Также вспышка. Сюда может устанавливаться как через синхроконтакт. Также вот здесь интересное место. Магниевые одноразовые вспышки, стеклянные кубики. Четыре грани этих кубиков могут сработать по одному разу каждый. Поэтому вспышка фактически четырехразовая. Продавались они в отдельных кассетах. Сейчас тоже, в принципе, в интернете можно найти, но довольно большая редкость. И также здесь на объективе мы можем выставить диафрагму от 2,8 до 22. Объектив сам по себе неплохой. Риамар 2,8 45 мм. Сам я отснял пленку. Покупал для этого кодека пленку Kodak Porta 160. Отснял ее, мне уже ее принесли сканы. И скажу вам, результат меня удивил очень неплохо. Здесь есть шкала экспокоррекции. Ну, ее отсюда не видно. Она, вон она сбоку, видите, белая полосочка? Вон она. И здесь, то есть, изменяя выдержку и диафрагму, сейчас не знаю, получится ли. Вот я открыл диафрагму, закрываю, падает, открываю, растет. Ну вот примерно я так и фотографировал по ней, держал в середине уже заранее выбрав здесь чувствительность пленки, которая здесь устанавливается в шкалах ОСА от 400 до 250, еще DIN есть. Ну, я не знаю, вот это ОСА соответствует ISO, которая сейчас применяется. В общем, фотоаппарат мне понравился. В автомате отснял отлично, в использовании просто. Ну, приблизительно оцениваем расстояние. Давайте сначала, с самого начала тогда. Как загружается пленка? Здесь есть рычаг, это фактически смотка назад пленки. Чтобы открыть, внизу маленький какой-то рычажок, нажимаете на него, и вот камера открыта. Сюда вставляется пленка, здесь фиксируется. В режиме B можно посмотреть, я вам советую это сделать. Перед тем, как начать снимать, как объектив, не запылен ли, потому что у меня только после того, как я отснял уже пленку, увидел, что здесь пыль. В итоге я ее убрал, но думал, что снимки мои будут испорчены. На самом деле получилось вполне неплохо. Я вам потом покажу. После того, как ставите пленку, закрываете и делаете несколько движений рукоятки перемотки. Пока индикатор, он должен быть на нуле, не встанет на первый кадр. Делайте
несколько холостых снимков. Здесь взводите этим движением. А сам кнопка затвора находится здесь, на объективе. Опускается вниз, затвор открывается и закрывается. Ну, это если в режиме B, а если так, то автоматически. Вот и все. После того, как вы отснимете 36 кадров, нужно будет перевести вот этот тумблер маленький вниз. Для этого нажать сюда на защелку. Это значит, что сейчас реверс включен. Отматывайте пленку назад в катушку движениями. Ну, вы поймете, когда она будет уже здесь. Ослабнет ход. После чего уже вот на эту кнопку нажимаем снова. Тумблер возвращается в исходное положение, а крышка открывается. Забираем отсюда катушку, все. Фактически, для работы этого аппарата батарейки не нужны. Здесь батарейки используются, есть крышка для них, но это для вспышки. Вспышка может автоматически включаться вот здесь. Ну, не автоматически, а вручную, режим с лампой. Полностью механический. У него шкала экспокоррекции работает из-за химического элемента, который стоит внутри. Фотоаппарат достался в хорошем состоянии. Еще наклеечки, которые, мне кажется, заводы родные, были на него поклеены. Одной только здесь есть, тут нету. Но я бы их, конечно же, отодрал. Ну, пускай останутся пока. И в комплекте был еще кожаный кофр. Довольно качественное исполнение. Сюда, не на винте, с этой стороны поверхность кофра гладкая, а туда в зажим просто заходит, все. Легко фиксируется. Можно снимать прямо отсюда. Либо, как я и снимал, уже без него. Интересная модель. Сзади есть штамп с названием этой лейки, с названием этой модельного ряда ретина аппаратов, ретина камера и серийный номер. Так что вот такой агрегат. Снимает достойно. Фотографии выложу.